Свой первый роман я написала на компьютере. И с тех пор все абсолютно романы я пишу на компьютере. И я сейчас уже, я, знаете, я вот обожаю компьютеры точно так же, как, например, шариковые ручки. Компьютер – это замечательное средство ликвидации социального одиночества. Появляется множество друзей, появляется много площадок для общения. Человеку, зачастую, например, человек с ограниченными возможностями, да, который не может выйти из дома в состоянии здоровья. Для него это целый мир. С другой стороны, это общение все виртуально. Это люди, которые, случись у тебя что, не дай бог, да, они вряд ли придут к тебе на помощь. Есть электронные следы, есть большой брат, который надзирает и знает, кто кому что писал. Персональные компьютеры вошли в нашу жизнь, как в свое время автомобиль, радио и телевидение. Сначала как игрушка, удел немногих энтузиастов. Затем он стал привычным и незаменимым практически везде. От медицины до управления автопотоками, от научных исследований до просмотра видеофильмов в уютной домашней обстановке, от мощных вычислений до расслабляющих развлечений. Трудно представить, но за каких-то 30 лет неуклюжие машины из фантастики перекочевали практически в каждый дом. Сегодня любой из нас, как волшебник, может вытащить из этого чудо-ящика практически все. Музыку и фильмы, новости и почту, погоду и деньги, секс и продукты. Список бесконечен. За всем этим чудом стояли смелые идеи и катастрофические провалы, ценовые войны корпораций и дерзкие решения одиночек. Впрочем, так было всегда. На смену одиночкам приходит мощная система, двигающая мир в том направлении, в котором он раньше идти не собирался. Советский Союз считался страной, обладавшей одной из самых сильных научных школ в мире. Исторически государство делало особый упор на подготовку специалистов в области естественных наук, инженеров и математиков. Но почему-то отечественная электроника всегда была поводом для сарказма и иронии. Понятие «советский компьютер» до сих пор вызывает ассоциации с громоздкими устройствами, медлительными и неудобными. Корни проблемы в том, что кибернетика в 30-е годы была объявлена так, как генетика, продажной девкой капитализма. К великому сожалению, было объявлено антинаукой, и в этом направлении попытались поставить крест. Биение мысли, оно непрекращаемо, неостановимо. Мысль все равно работала в России. В 30-е годы, когда в Америке, в Англии, в Германии лучшие силы специалистов были привлечены в этом направлении работать, в России на кибернетике поставили крест, кибернетиков часть переквалифицировали, часть посадили в места не столь отдаленные. И они там творили, ученые, за колючей проволокой. Когда военные в 40-х годах обнаружили, что в Америке изобретена машина, которая аналитическая машина, и в Англии, которые позволяют вести быстрый очень просчет траекторий, курсов прокладывать, фарватеры просчитывать, мощность взрыва просчитывать, спохватились. В СССР спохватились в конце 40-х. Тогда и сформировались основные научные школы, создавшие ЭВМ первого и второго поколений. Это НИИ под руководством Рамеева, школа Брука и коллектив академика Лебедева. К тому времени первые образцы электронных вычислительных машин уже были созданы в США и в Великобритании. Разумеется, советские ученые знали, что на Западе такая техника уже существует. Но информация приходила из-за рубежа весьма скудная. В те времена приоритетами были военный шпионаж и исследования в области ядерного оружия. Максимум, что могли получить наши разработчики, это отрывочные сведения из технической документации и стенограммы с научных конференций. Электронная вычислительная техника с самого момента создания рассматривалась как сверхсекретный стратегический продукт. О каких-либо образцах для копирования не могло быть и речи, еще и потому, что действующие модели машин в то время занимали 2-3 этажа. Известная шутка в то время, что наши компьютеры самые большие компьютеры в мире. То есть в данный момент это шутка, потому что хорошо ли иметь большой компьютер по
со всеми проблемами, куча помещений. Там стояла специальная камера, которая чистила воздух, пандус такой, так сказать, полы двойные были. В общем, это серьезное сооружение и дорого стоило предприятие. Первый компьютер ENIAC был разработан в США в 1946 году. Советский аналог «малая электронная счетная машина» или МЭСМО появился 4 года спустя. Он превосходил американского первенца по многим параметрам. В частности, в нем использовались принципы более удобной двоичной логики. Вслед за малой электронно-счетной машиной последовала и большая, БСМ-1. Если малая счетная машина совершала только 50 операций в секунду, то большая уже 10 тысяч. К концу 50-х годов с серьезным отставанием по времени от США в СССР был налажен серийный выпуск транзисторов, ставших основой новой элементной базы ЭВМ взамен громоздких и ненадежных ламп. К сожалению, на сегодняшний день от этой вычислительной машины остались отдельные устройства, в том числе и вот такая огромная электронно-лучевая трубка, с помощью которых было реализовано оперативное запоминающее устройство. Первыми машинами на полупроводниках были БСМ-3М и БСМ-4. Первой же полноценной машиной второго поколения стала БСМ-6. Они работали практически без перерыва. Сверхбыстрые вычисления требовались математикам, конструкторам, ученым-термоядерщикам и многим другим специалистам. Вы проверьте в информационно-вычислительном центре, нет ли у них чего на этого Брунова. Брунов Борис Леонидович, 1939 года рождения. В 1975 году осужден на 8,5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима за спекуляцию валютными ценностями в крупных размерах. Ну, наверное, это никто не помнит, кто не работал на БСМ-6, но я тоже не работал. Распечатки вот на таких длинных, бесконечных, перфорированных по краям листах. Вот это была целая история с географией. Как только я вышла замуж за своего мужа, это был 88-й год, и у нас не было ничего хуже. Он писал диссертацию, он очень быстро защитился. Все существующие диссертации он защитил очень быстро. И у нас была вот эта вот магическая совершенно какая-то фраза, которая называлась «машинное время». Машинное время распределялось между сотрудниками института научного, в котором он работал. И если давали машинное время, то это значит, что его дома не было никогда. Я была вся романтическая, мне хотелось пойти в кино, но у нас было святое, у нас было машинное время. Это электронная машина, мастодонт, которая занимала, вот если, ну, я не знаю, метров 100, наверное, там такие большие ящики стояли, значит, ну, устройство запоминающее, там большой экран, с которого вводилось. В общем, это было просто жутко. И работали и ночными сменами, там по-всякому. На больших машинах, там вводилось на перфокартах, но это, если ты сделал ошибку, ты пропустил один раз программу, потом, значит, ты отыскиваешь эту ошибку, исправляешь эту дырочку и снова запускаешь. Перфокарты использовали, каждый себе составлял личные каталоги, они очень удобные, твердая бумага, проверенная такая, которая с трудом пробивалась, и она, что называется, износу ей нет. Специальный технический картон, как сейчас я помню. Теперь, значит, винчестеры, в то время их назывались магнитные барабаны, значит, представляли лист магнитный. Если до сих пор можно увидеть на гаражах или у многих людей до сих пор в провинции, используют как телевизионная антенна. Хорошо, молодец. Что это с ней? Ты разорил фабрику, Максут. 900 тысяч убытка. Ой, ты товар. Что думаешь предпринимать? Телеграмму домой дам, родня поможет. Большая электронно-счетная машина БСМ-6 была советским достижением, отвечающим мировым стандартам. Она обладала рекордным для того времени быстродействием – около миллиона операций в секунду.
Именно БСМ-6 стала базовой ЭВМ для оборонной и космической промышленности. Компьютер пришел в Советский Союз, чтобы считать ядерную бомбу, чтобы сделать ее возможным. Ядерная, водородная и так далее. То есть очень долго, буквально до середины 80-х годов, компьютер оставался вот чем-то таким замкнутым, работающим в НИИ, во всяких военных институтах, в армии. То есть там, где нормальному человеку, простому человеку, было до него не добраться. Все собранные от нас с вами сведения выстраиваются в столбики сводных суммарных данных, которые необходимы для дальнейшей практической работы. Выходит, что здесь мы как бы теряем свое лицо. Информация по существу обезличена. В какой-то мере да. Фамилия, имя, отчество нужны лишь на первом этапе, для контроля, чтобы никого не пропустить или не переписать дважды. Перестройка в нашем обществе нуждается в объективных и точных данных. Создать ЭВМ для нужд человека было противоестественно в стране, где слово «персональный» было чуждым советской идеологии. Тогда всем казалось, что элитная отрасль страны развивается успешно. Государство не жалело средств на новые машины и их серийное производство. Несколько институтов и лабораторий создавали ЭВМ различных типов и размеров. Среди них были такие, как Урал, Минск, Эльбрус, Мир и компактные, как сегодняшние персональные компьютеры, Электроника 70. Большие машины, они же как, понимаете, долго готовится информация, потом она обрабатывается, потом пойди пойми, что она тебе ответила. То есть, ну, это такая, в общем, для большой науки или для большого производства это вещь хорошая, для человека никакая. Помните служебный роман? Там Джоконду распечатывали на компьютере. Это же везде было. Какая занятная репродукция Джоконды. Да что вы, Людмила Прокофьевна. Это же не репродукция, это наша вычислительная машина Боровских запрограммировал. Да? Да, уже месяц висит. Да что вы, не замечала. Вы подумайте, ничего не замечала. Во всех прыгных институтах, везде, где стояли машины, они стояли в очень многих местах, распечатывали Джоконду, распечатывали Эйнштейна, распечатывали всякие картинки. Вот из прикладных задач только эта польза могла быть. Все остальное это для производства, да, что-то это, наверное, давало. Для науки тоже, да. Для человека. Как видите, с фантазией у нас хорошо. Хуже с организацией. Где бы ни внедрялись компьютерные технологии, они требуют четкого понимания правил новой игры. Эта игра, в свою очередь, требует дисциплины и точного мышления, рациональной организации и инициативы. В Советском Союзе крупные проекты часто поручались сразу нескольким конструкторским бюро. Так в плановой экономике создавалась своеобразная конкурентная среда. Но конкуренция между создателями советских ЭВМ завела отрасль в тупик. В 70-х годах я работал в Орле. Горком поставил задачу оптимизировать управление. Значит, тогда вводились АСУП, автоматизированные системы управления. Мы продумали логистику и пришли с готовым проектом, который позволял управленческое подразделению, которое занималось корректировкой координации работы шести крупнейших приборостроительных заводов, которые находились на территории Орла, из одного центра. Но для этого надо было все АСУП, работающие на заводах одного министерства, подвести под единый стандарт. Не смейтесь только, но все АСУП, сделанные для каждого из шести заводов, не были совместимы. Почему? А потому что работали по принципу закрытой книги. Были НИИ, оно же производственное объединение, которые готовили проекты АСУП. А им платили не за совершенствование, а за новый. Казалось бы, в плановой системе экономики все должно быть еще проще. Министр вызвал ведущих конструкторов, стукнул кулаком по столу, и на завтра все стало волшебным образом совместимо. Но, похоже, забюрократизированная научная среда не осознавала эту проблему. А идея была, естественно, она... Мы к ней пришли, и американцы к ней пришли, там англичане к ней пришли, да, и мы к ней пришли, к систематизации. То есть у нас было масса вычислительных центров.
допустим, у нас был, допустим, ну вот условно, да, ВЦ-1, допустим, в нем стояли Уралы, ВЦ-2, допустим, стояли БЭСМ, а, к примеру, ВЦ-3 там стояли разданы. Соответственно, у всех этих трех систем были различные системы команд, были различные библиотеки программного обеспечения. То есть их можно было стандартизировать, да, но для этого нужны были колоссальные человеческие ресурсы. То есть надо было посадить там сотни, а то и тысячи программистов для того, чтобы переводить, значит, коды из одной, значит, системы в другую систему. То есть, безусловно, это была задача нереальная. Надо было решать ее универсализацией базы, именно аппаратной базы. То есть надо было создать универсальную ЭВМ, которая поставлялась бы во все вычислительные центры. Программист в то время считался, что называется, неким, ну, гуру, что ли. Это что такое программист, мы испытывали на себе очень много. Ну, это человек, который мог, если мы им были недовольны, он мог нам сильно отомстить. То есть он мог уволиться, а мы в свое время могли либо не получить зарплату, либо программу, которую мы уже продали или передали заказчику, начинает не работать. И что делать? И никто уже ничего не может сделать, потому что нет этого программиста. В капиталистических странах рынок предлагал пользователям лучшее, наиболее перспективное и недорогое. В 70-х Запад уже представил миру персональный компьютер. Он был сделан молодыми ребятами Стивом Джобсом и Стивом Возняком в гараже из деталей, найденных на свалке. Организованная ими фирма Apple в 1975 году выпустила на рынок первую партию персональных компьютеров. Успех превзошел все ожидания. Персональный компьютер стал настоящей революцией. Если бы мне удалось увидеться, Бог бы мне дал, с этими двумя мальчиками, разработчиками персонального компьютера, которые на коленке в гараже придумали это чудесное чудо, я в пояс бы им поклонилась за свободу, которую эти два мальчика дали лично мне. В 1981 году свою модель разработала и выпустила на рынок компания IBM. Первые успехи компании IBM объяснялись тем, что архитектура IBM PC является универсальной и открытой для любых разработчиков. Благодаря этому пользователи, модернизируя комплектующие, поддерживали компьютер на уровне современных требований. Успех модели IBM PC привел к появлению на рынке большого числа клонов, а советская отрасль вычислительной техники вынуждена была признать, что не выдерживает конкуренции. В СССР начали производить электронные машины, копирующие западные образцы IBM-совместимых компьютеров. К моменту появления в России первых зарубежных персональных компьютеров многие уже знали, что это такое. Иностранная техника вызвала настоящий шок. Она превосходила все, что предлагала в то время отечественная промышленность. Изображение на мониторе компьютера нельзя было сравнить по качеству с черно-белым советским монитором или телевизором, к которому подключались игровые компьютеры-приставки. Ни в какое сравнение с аналогичным отечественным изделием не шла импортная клавиатура и мышь. В России наконец узнали, как должен выглядеть персональный компьютер и что он должен уметь делать. Впервые появилась вещь, куда можно смотреть и которую можно управлять лично. И вот появление рисунка или там изображения как такового, это и есть начало персонального компьютера. Дело не в том, что он оказался, скажем, оторван от всего, он мог быть сам по себе. А дело в том, что он дал другие возможности. На нем появился звук, на нем появились там мышки вот эти, все клавиатуры. Ну, клавиатура была уже давно. Появилось, скажем, аналоговое изображение на мониторик, который человек видел не как цифры, а как рисунки, картинки, цвет. Вот это все изменило. К моменту распада СССР 99% отечественного парка вычислительной техники отставало от мирового уровня почти на 25 лет. С 1970 по 1997 год было выпущено всего лишь 15 500 разных моделей ЭВМ. Подсчитать количество компьютеров на душу населения никто и не пытался. Сложно было бы озвучить полученный результат. Первыми большими покупателями были не люди. Вещь, в общем, достаточно дорогая была. Были организации, они же, естественно, государственные. Появились кооперативы, которые продавали компьютеры и продавали в основном все туда же, на заводы, всякие НИИ. Человек как таковой, для него это было слишком дорого. Значит так, сэры. Так,
проживание в сафари-отель. $100. В сутки? Ну, конечно, в сутки. Плюс день приезда, день отъезда. Итого $300. С персоны? Естественно, с одной персоны. С двоих 600. Это значит проживание. А еще будет питание, выпивание, телевизор, холодильник, сауна, бассейн, солнце, воздух и вода. Дальше в лес больше дров. Итого 10 180 долларов и 17 центов. О. Стало ясно, что компьютер экономит деньги, так как один сотрудник с компьютером может заменить, скажем, целое маш-бюро. На машинке-то я печатать умела, а то, что нужно освоить именно вот в самом компьютере, там вот эти вот команды, ну, показали. То есть для начала специального обучения не надо было. Конечно, страшно очень, когда вдруг все пропало. Печатала, пропало. Да ты сразу запоминай. Написала первое слово, сразу напиши, запомнить, под каким шифром. Вот это вот уже наука у меня есть. Первый компьютер, с которым я столкнулся в университете, это была очень серьезная машина IBM PC XT с очень редким тогда устройством, винчестером размером в 20 мегабайт. Очень сложно уже ориентироваться в мега, гига, терабайтах. И на самом деле он до сих пор, что интересно, работает абсолютно нормально. С началом экономических преобразований в России появилась прослойка людей, чей доход достиг того уровня, при котором персональный компьютер перестал казаться предметом роскоши. Мне было, значит, 4 года, 4,5. Вот. И мне, значит, ну, читать уже к тому времени умел, мама научила. Вот. И, значит, мне попалась, значит, книжка под названием, ну, наверное, которую многие помнят, «Энциклопедия профессора Фортрана». И в конце книжки, значит, было такое мини-такое последнее задание, да, то есть называлось оно «Вырежи и склей компьютер». Вот, и началось все с этого. К 6 моим годам приблизительно, значит, я пришел домой, это было зимой, значит, и застал посреди, значит, комнаты огромную группу людей, соображавшихся вокруг огромной железяки, опутанной проводами. Вот, которые, значит, там что-то между собой ругались, там изредка матерились, в общем, там посылали друг друга во все места, вот, отрывали провода, подключали их снова. Короче, зрелище было забавное. Чем, значит, минут через 20 они, значит, заметили факт моего возвращения, так сказать, в родные пенаты, соизволили обратить, значит, на меня свое внимание и сказали, показав мне эту огромную железяку, урчащую, рычащую, мигающую, сказали, что это компьютер. Вот, и через некоторое время добавили, что это мне. У нас дома компьютер появился в 98-м году, в конце 98-го года. И это была какая-то совершенно убийственная машина с таким очень маленьким по размеру, но вот с таким огромным ламповым монитором. Мы его купили, вырвав из бюджета семьи, как сейчас помню, $100 на какой-то помойке. То есть какой-то офис распродавал свои никуда не годные устаревшие компьютеры. Компьютер был очень ненадежный, он все время перегревался, он страшно гудел. В нем нельзя было сохранить файл многостраничный. То есть вот там, условно говоря, первый детектив мой, он состоял из 10 файлов по 25 страниц, потому что большего объема в одном файле он сохранить не мог, его глючило, он выключался. Малодоступность и дороговизна персональных компьютеров обусловила популярность так называемых бытовых компьютеров советской сборки, типа «Микрош» и «Радио 86». Эти примитивные машины едва годились для несложных игр. И тем не менее, энтузиасты писали для них серьезные программы, терпеливо дожидая своего часа и настоящей компьютерной революции. Российский капитализм набирал обороты, и новая Россия оказалась просто заваленной вычислительной техникой самых разных зарубежных производителей. Вместе с импортными компьютерами в страну хлынул поток западных программ. Но в отличие от самих компьютеров, за программы никто платить не собирался. Большая часть людей, которые овладевали персональным компьютером, были профессионалы, которым нужна была какая-то работа, либо счетная, либо писательская. И в этом смысле отдельный персональный компьютер, он, так сказать, не представлял из себя ничего. Он, так сказать, либо большой, ну, маленький, удобный домашний калькулятор, либо это
печатная машинка. А вот когда появился интернет, то возникло самое важное. Возникла некая новая сеть коммуникационная. Главным событием прошлого столетия россияне считают появление интернета и развитие компьютерных технологий. Для многих компьютер стал источником знаний, инструментом ведения бизнеса, просто хорошим развлечением. Однако у всякой медали есть оборотная сторона, и неприглядная изнанка прогресса становится все более и более заметной. Интернет стал предлагать все те услуги, которые есть в реальной жизни. Мы сейчас очень часто там обсуждаем, что это виртуальная реальность, уход от действительности. На самом деле это так же, как если бы были уходы от действительности в действительной такой реальной жизни. То есть кто-то уходит в скит, кто-то в монастырь, кто-то выпивает, кто-то еще что-то делает, кто-то книжки пишет, графоман. Вот интернет это все усилил вот как под увеличительным стеклом. Но возникла параллельно, естественно, вот эта интернет-зависимость. То есть, когда человек много часов проводит за интернетом, а когда, если он не может пользоваться интернетом, у него все признаки практически ломки, там и портится настроение, и тревога, и депрессивный фон такой и прочее. Вот эти люди являются, так сказать, интернет-зависимыми. Заядлого пользователя можно отличить сразу. Он обращен в себя, не замечает внешних событий, плохо адаптируется к реальной жизни. Даже красота природы и та воспринимается с меньшим восторгом. Ведь возможности компьютерной графики безграничны. На экране монитора появляются удивительные, но не существующие на самом деле миры. Тяга к компьютерным играм с путешествиями к невероятным мирам все больше погружает в виртуальность. Такое состояние называется интернет-зависимостью. На первой стадии это более или менее легкое расстройство. Из-за увлечения новой игрушкой человек перестает заниматься всем остальным. Постепенно он отдаляется от родственников и друзей, оставаясь наедине со всемирной паутиной. Что касается жизни в компьютере и подмены, как нынче модно выражаться, реальной реальности реальностью виртуальной, то я совершенно глубоко убеждена в том, что это вот у нас сейчас, у меня такая есть личная теория, да, пусть она смешная, но она у меня есть, у нас сейчас таким образом будет осуществляться естественный отбор. То есть это я как Чарльз Дарвин. Я придумала гипотезу естественного отбора, потому что люди, у которых или не развит, или не защищен, или слабо развит мозг, они все там и погибнут. У них не будет никакого продолжения рода, извините меня, никакой возможности выжить в мире реальном. Мы можем всерьез говорить о том, что уже компьютерная болезнь, так сказать. И это опасная болезнь. Эта болезнь, на мой взгляд, не менее разрушительна. И я просто был свидетелем вот этих трагедий человеческих, когда мы теряли людей из-за того, что они уходили в это пространство. На Западе психологи вовсю бьют тревогу по поводу появления самых различных зависимостей от компьютера, которые развиваются подобно алкоголизму и наркомании. Казалось бы, кого это касается? Ведь каждый человек вправе выбирать себе занятия по душе в соответствии с собственным вкусом и возможностями. Виртуальное общение помогает людям раскрепоститься и снять многие комплексы, удовлетворить эмоциональные потребности. Дает возможность погрузиться во всеобщую атмосферу интимности, редко достижимую в реальной жизни. Для взрослых людей, конечно, интернет – это вот вещь, которая пришла уже в их взрослую жизнь, они сложились, получили интернет и занимаются чем-то. А более интересно, конечно, то, что привнес интернет для молодых людей. Какая-то часть стала пользоваться интернетом вот со всеми теми негативными элементами, о которых общество любит говорить. Там, что вот они перестали читать, перестали то-то делать, ходят только смотреть порносайты там, и так далее. А
Вообще все люди, и взрослые, и подростки, значит, когда обнаружилось, что можно ходить на порносайты, ходят на порносайты. А другая часть сайтов, которые активно все посещают, это, во-первых, распродажи, и, во-вторых, всевозможные сайты, связанные с играми. Казино виртуальное там, и так далее. Значит, но при этом нужно помнить, что когда произошло 11 сентября в Нью-Йорке, то большую часть людей смело с порносайтов, и все переместились на религиозные сайты и стали там слушать, смотреть проповеди и думать о вечном. На самом деле проблема взаимоотношений человека с компьютером нисколько не преувеличена. Все больше людей наделяют машину человеческими качествами. Согласно результатам опроса, более 65% респондентов уделяют компьютеру гораздо больше времени, чем своим супругам или партнерам. Целых 85% пользователей признались, что сами замечают растущую привязанность к компьютеру. А 52% уверяют, что испытывают по отношению к нему самые настоящие человеческие чувства. Если я, например, не очень общительный человек, то мне гораздо проще завязать новых друзей в сети, а потом уже встретиться с ним вживую, чем я там на улице с кем-то буду начинать общение. Это гораздо более такой высокий порог. Так что, на мой взгляд, ничего страшного в интернет-сообществах нет. Просто общение стало проще и в наше время, и от этого немножко девальвировалось. То есть раньше, если мы ценили общение, оно действительно было каким-то важным, весомой частью нашей жизни, то сейчас чуть-чуть потеряло в цене. Молодой человек пишет к нам в поддержку. Ребята, я встретил там какую-то девушку, мы с ней переписывались, завтра у меня свадьба, в общем, то есть говорите, куда везти пиво. Ну, у нас стандартный ответ идет человеку, что как бы ценим наше внимание к проекту, там, спасибо за ваши теплые слова, мы рады, что наш проект оказался вам полезен и так далее. Пользователь не унимается, продолжает переписку. Нет, ребят, так не отделайтесь, говорите, куда везти пиво. Уникальность интернет-общения в том, что оно виртуально. Я могу сказать, что я мужчина, мне 45 лет, я работаю разведчиком в Перу. И проверить это невозможно. Вот это отсутствие identity, невозможность опознать человека на том конце провода, это очень увлекательно. Потому что дает полет фантазии, да, там, если кто-нибудь когда-нибудь пользовался сайтами знакомств, он знает, как это бывает обычно, какие мачо там, и, соответственно, Шерон Стоун встречается просто сплошь и рядом. А если посмотреть статистику населения, то картина совершенно обратно пропорциональна. Нашла очень много кого, нашла в том числе свою первую любовь, но разочаровалась и была рада, что это первая любовь и не последняя. А я по фотографии сделала вывод, да, то есть то, что это было там, 15 лет назад и что и сейчас, это два разных человека, потолстевшее, не очень симпатичное лицо. Человек, который впервые открыл страницы сайта знакомств или социальной сети, будет просто шокирован тем количеством приватной информации, которую люди добровольно публикуют о самих себе. Говорят, что социальные сети – это настоящая находка для спецслужб. И не только. Пересечения с правоохранительными органами у нас есть, но они касаются не той информации, которую пользователь о себе разместил. Я думаю, что не самый лучший способ для, там, не знаю, налоговиков искать по фотографиям, есть ли у человека имущество или нет. Это не может служить доказательством. А вот то, с чем действительно мы сталкиваемся в работе, ну, это не наша служба, а служба безопасности, это с определенными запросами в рамках каких-то уголовных дел и судебного преследования. Но не только для негатива, а в том числе там, для обеспечения алиби, что в это время общался с кем-то. Да? Вот это действительно, такого рода запросы могут прийти, и мы можем это подтвердить или нет на основе наших регистрационных данных, что да, с такого-то компьютера да, был такой-то доступ в такое-то время. Работа по сбору приватной информации в интернете ведется и криминальными структурами. Из информации, которую люди добровольно публикуют о себе в виртуальной паутине, становятся известны коды банковских счетов и сведения о владении недвижимостью. Интернет позволяет проследить и перемещение человека. Даже не выкладывая, в принципе, никакой информации в сети,
просто по тому, чем человек интересуется, можно составить о нем, ну, очень полное досье. Ну, согласитесь, что, наверное, многие из нас не хотели бы, чтобы там коллеги или знакомые, или даже члены семьи узнали, какие поисковые запросы мы вводили на Яндексе или Гугле. А тем не менее, это вполне открытая, ну, не совсем открытая, но информация с невысокой степенью защиты. Человек теряет ощущение безопасности. Потому что когда он по-настоящему задумывается над тем, что же происходит, выясняется, что его уже давно сосчитали. Те, кому надо, знают, какое количество сайтов он посещает, какие сайты, что он из себя представляет. И ему-то кажется, что он состоит в какой-то доверительной личной переписке с кем-то, что это его интересы, которые он посещает, какие-то сайты. Не обязательно плохие, это его интересующие сайты. И вдруг выясняется, что он вообще голый. Часто мошенники и преступники пользуются информационной неграмотностью детей, которые в свободном интернете общаются и узнают, где родители держат ключи, деньги, кто твой папа, когда он приходит домой и так далее, и так далее. Дети в подростковом возрасте жаждут поделиться с миром своей информацией, и это представляет очень серьезную криминальную угрозу. Мировая сеть – это не только безграничное пространство для общения и электронная библиотека знаний. Это в такой же степени гигантская помойка. Ну, скажем, спам. Спам ведь появилось понятие по одной из версий. Это было название фирмы, которая распространяла тушенку. То есть некое универсальное питание для всех. И в данный момент действительно спам проникает везде. Надо вам оно или не надо, но это, конечно, негативное явление, с которым надо бороться. В 2005 году был убит, вероятно, самый известный спамер Рунета, Вардан Кушнир. Он в собственной квартире был убит. В новостях сообщали, был большой резонанс. Ну, точно неизвестно почему, но самая распространенная версия была на тот момент, по крайней мере, что с ним расправился кто-то, кому надоел спам. То есть везде по почте, по ICQ, по интернет-пейджерам, другим приходила вот эта рассылка, и люди просто озверели. Ну, спамеры эксплуатируют человеческие слабости, такие как жажда общения, одиночество, любовь к детям, животным, ну и в первую очередь деньги. У меня был на работе случай, один коллега получил письмо, и в нем было написано: нажми на эту ссылку и получишь $100. Он не успел сообразить, нажал на эту ссылку, да. Моментально все компьютеры, поскольку у нас была сеть, моментально везде выдалось сообщение, что заражен, вирус проник. I love you — это была, по-моему, так называлась тема письма. Поэтому его так и назвали. Насколько я помню, в теле письма содержалось вложение, вот, которое, при открытии которого на компьютер пользователя загружался червь, то есть троян, грубо говоря, программа, ворующая данные и отсылающая кому-то, злоумышленнику. Для взрослого, вооруженного критическим духом человека, нет никакого риска в том, что он случайно зайдет на сомнительный сайт. Скорее всего, он будет шокирован, но дети гораздо более уязвимы. Разве можно считать паранойей беспокойство родителей о том, что мировая сеть стала похожа на джунгли, откуда дети не могут выйти, не заразившись какой-нибудь гадостью? Бог создал библиотеку, а лукавый создал телевизор. Бог создал компьютер. А лукавый создал игры компьютерные. То есть компьютер первоначально создавался как инструмент прогресса. Игра — это что? Это тотальное пожирание времени. Это тотальное оглупление человека. То есть работают тактильные функции. Но самое страшное другое. Ребенок, который растет у компьютера, у него развиваются лобные доли, а участки мозга, которые ответственны за нравственность, деградируют. Для ребенка, который еще не очень понимает, в чем настоящие жизненные ценности, есть очень серьезная угроза перепутать виртуальный мир и реальный. И поэтому вот недавно были такие жуткие истории, когда дети на почве компьютерных игр в ряде городов России совершали реальные убийства, нападения, и даже потом, когда их
ну, фактически арестовывала милиция, они не могли, они не понимали, в чем же их вина. Они делают это там, а какая разница между там и здесь? А что касается детей, то, конечно, мы ограничиваем время, которое проводит наш сын, которому 7 лет, и, например, моя племянница, которой 11 лет. Ну да, какая-то, есть какой-то срок, во время которого ребенок может там развлекаться, но это именно развлечение, и оно именно, на него отпущено какое-то время, он посидел, потом пинком под зад мы его оттуда выгоняем, или гулять, или играть в хоккей, или, я не знаю, разговаривать с нами о жизни и любви. Сегодня 80% родителей испытывают тревогу при мысли о том, что их отпрыск может наткнуться на непристойные сайты. Или же он заведет подозрительные знакомства, участвуя в чате или общаясь по электронной почте. Этим страхом можно объяснить тот факт, что некоторые родители отказываются проводить интернет в квартиру. Они опасаются того, что может почерпнуть их ребенок в виртуальной паутине. Я встречался, вот приходили родители, приходят иногда консультироваться, что делать. Я спрашиваю, можно вопрос? Сколько в день времени вы уделяли своему ребенку с 6 до 7-летнего возраста? Вот 6-7 лет. Ну, какое время? Все время работы, зарабатываем. Я говорю, чего вы хотите? Вот он знает эту машинку, она его не обидит. Он может кого угодно застрелить там. Он может победителем выходить. А вы для него кто? Интернет становится в России основным врагом работодателя. Многочисленные опросы показывают, что до 50% офисных работников проводят часть своего рабочего времени в сети. Таким образом, они обкрадывают своего работодателя дважды. Один раз используя трафик для личного пользования, и второй, получая оплату за невыполненную работу. Причем работники заходят на самые разные сайты. Молодые мамы посещают сайты для мамочек, незамужние сидят на сайтах знакомств. Мужчины, по их собственным признаниям, активно интересуются порно-ресурсами, но и сайты знакомств посещают регулярно. Молодежь качает из сети книжки и звуковые файлы. Не прочь скоротать рабочий день в интернете и российские чиновники. Руководители многих организаций просто вынуждены закрывать своим сотрудникам доступ к интернету и даже к электронной почте. Вы понимаете, если вы, прибежав на работу, первым делом вывалив язык и едва сбросив шубу, да, бросаетесь к компьютеру для того, чтобы наконец переговорить с Любашей, который там на каком-то сайте вас ожидает, да, а потом еще с Андреем, а потом еще, быть может, со Степаном, да, а потом еще посетить какой-нибудь блог, никому не нужный, то, ну, считайте, что вы пропали. Тотальная компьютеризация в России еще не наступила. Однако число влюбленных в компьютер с каждым годом неуклонно растет. Люди испытывают по отношению к компьютеру такие чувства, как гнев, печаль, симпатию и даже ненависть, если он работает плохо. Доходит до того, что они даже жалуются родственникам на поведение компьютера. А ведь совсем недавно такие чувства мы испытывали к тем, кто с нами рядом. Есть еще такая вот штука, которая меня на самом деле очень радует. То есть у нас работа связана, как правило, с поездками. Мы очень много ездим, перемещаемся. Там я в этом году, наверное, стран 8 уже освоил, причем там Китай, Америка, Европа, Азия, в общем, очень интересно все это. Но вот я раскрываю ноутбук, и я дома. То есть вот все мои друзья в ICQ, вот мой форум, на котором я общаюсь со всеми. И на самом деле это очень психологически очень комфортно. То есть ты, где бы ты ни был, где бы ты ни находился, ты чувствуешь себя, в общем-то, как дома. То есть ты воспринимаешь мир как такую одну большую вот квартиру, что ли. К сожалению, приходится признать, что для современного обычного человека, да, так сказать, обывателя, персональный компьютер не более чем мультимедиа-центр. То есть это большая, красивая игрушка. И даже вот сейчас можно заметить тенденцию в рекламе, в СМИ, да, проходит
рекламирование нового компьютера начинается с того, что показывается, насколько он подходит для игр. Это игровая станция и так далее, ключевые слова – игра. То есть для современного пользователя это нечто, значит, среднее между радиолой и, значит, там, другом по крестикам-ноликам, там, грубо говоря. Вот что такое для него персональный компьютер. При этом современный там, процессор, к примеру, там, класса Pentium 4, там, 500, к примеру, серии, способен выдавать до 21 миллиона операций в секунду. И вот эта вся вычислительная мощь грандиозно используется ни на что. Сейчас вот эта новизна очень притягательна. Да? Тебе кажется, что ты вот попал в какую-то совершенно новую для себя среду. А может быть, сейчас кризис, который нам все обещают, и который вот-вот действительно грянет, немножко просветлит человеческий разум, особенно в больших городах. Мы не говорим про, там, я не знаю, про магнитку, где производство встало, и все люди умерли от голода, да? А про реально большие города, где людям вопиюще нечего делать, например, на работе. И если во времена моей мамы эти выпущенные миллионными партиями из инженерных и учительских вузов тетеньки и бухгалтерских еще, они все на работе вязали на спицах, ну, они сидели и вязали носки, шарфы, это производство же целое было. То сейчас все те же тетеньки, только уже моего возраста, выпущенные все из тех же инженерных, учительских и бухгалтерских вузов, они, значит, сидят в этих сайтах, разговаривают с Любашей. Ей-богу, лучше бы вязали шапки.